Приветствую вас. Я думаю, что вы немножечко лукавите в своем сообщении. Вот и не просто так вы написали свою проблему, описали ее. Не так просто вы раскрыли. Какие-то элементы своей проблемы, естественно, что не все, потому что это было бы довольно долго и, наверное, много. Вот, но я думаю, не просто так вы раскрыли это. А поймите правильно, я вас не обвиняю. Просто, я думаю, вам хочется решить проблему свою, побыстрее, как и, в принципе, большинство людей, которые обращаются за помощью, как и большинство людей, которые приходят к психологу, они хотят решить свою проблему быстрее. Вот этому их можно понять, потому что не у каждого человека есть деньги, не у каждого человека есть время, не у каждого человека есть возможности и желание это делать. Поэтому в первую очередь вот то, на что, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание, это на то, какой именно работу вы хотите. То есть можно в рамках психологического консультирования работать, можно в рамках психотерапии работать. Психотерапия — это дольше, там минимум год регулярной работы нужно. Вот, только тогда будет какой-то эффект определенный. Вот почему будет малыми дозами постепенно приходить. Вот, или психологическое консультирование, где, 5-6, примерно консультации, вот, и это такая вот узкая направленность на проблематику, радикально глобально вашу жизнь это не изменит никак, потому что психологическое консультирование, оно нацелено на конкретное решение проблем, не на чтобы изменить человеческую жизнь, а именно на конкретную проблему. Вот, поэтому это первое, с чем вам нужно определиться, готовы ли вы, исходя из своих возможностей, желаний, сил, работать. Например, минимум в течение года, а лучше все-таки больше, по своей проблеме. Если да, то вам нужно выбрать психотерапию. Вот. Какую, опять же, на мой взгляд, нужно смотреть больше на свои возможности, потому что тут много упирается в цену, тут много упирается в подход, то есть вам нужно, чтобы человек вам, я так полагаю, нравился, потому что если человек не нравится, то человеком некомфортно, то как-то, странно, наверное, будет с ним работать. Скорее всего, работы не получится, потому что, такой человек, таким человеком у вас будет возникать сопротивление. То есть, чтобы была какая-то связь, чтобы была, какая-то, я не знаю, симпатия, хотя бы, да, там, вот что-то, что-то такое, чтобы было.
Вот, и тогда уже, соответственно, есть достаточно такой высокий шанс, что все получится. Дальше это подбор терапии, ну, как подбор. Здесь нет какого-то такого единого мнения. Я, например, есть мнение, что каждому клиенту нужен свой подход к психотерапии, а психотерапии сейчас очень много. Вот. Поэтому я думаю, что да, с одной стороны, есть такие люди, которым действительно ну, нужно вот прямо свою психотерапию, да, которая их как бы, ну, которая подойдет, условно говоря. Вот. А в то же время, мне кажется, что есть смысл в том, чтобы, например, вот ну, выбрать определенную терапию, да, и заниматься определенное направление терапии. Вот. Это то, что касается работы непосредственно. Прям непосредственно то, что касается именно таких вот организаторских моментов. Надеюсь, я смог донести это. Теперь, что касается того, как это прорабатывать. Вот вы там спрашиваете, как это, значит, прорабатывать. Вообще, вопрос довольно интересный. Ну, в смысле того, что я сейчас попробую вам объяснить это, донести, точнее, давать свою мысль, чтобы вы ее поняли максимально корректно, дабы не было недопониманий. Смотрите. Вы хотите узнать, как? Нет, хотите узнать технологию. И нет, технологию от вас никто не скрывает. Вот. То есть не надо думать, что кто-то пытается скрыть от вас технологию. Нет, технологию от вас никто не скрывает. Это больше похоже, знаете, на что? Больше это похоже на работу с, ну, на интеллект. На такую вот, я бы сказал, больше интеллектуальную сторону. Это попытка понять, ну, умом, да, некую вот концепцию работы, я бы так сказал. Вам это ничего хорошего не даст, к сожалению. Ну, или к счастью, то есть это абсолютно тупиковая ветка движения, потому что так вы не решите проблему. Вы в ней будете находиться снова, снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, вот, но вы ее не решите, потому что попытка мозгом вобрать какую-то или какие-то
концепции, как правило, ни к чему не приводят. Неважно, как вы будете это прорабатывать. Важнее, будет ли это эффект. Вот что важнее. Понимаете? Если вы на это не обращаете внимания своего, вот именно на эффект, вот если вы не стремитесь изучить себя, у меня сейчас есть подозрение, что да, вроде бы вы понимаете проблему, но изучить не стремитесь, потому что вы руководствуетесь здесь интеллектом. То есть, как бы, ну, вы чувствуете, что вам нужна помощь. Вы смотрите, ага, этот психолог, этот психолог, этот психолог, этот психолог. Вот. И, соответственно, мы, как бы, ну, обращаетесь к специалисту, вот, вы обращаетесь к специалисту и просите, значит, его помощи, вот, и все, как бы, но вы пытаетесь сейчас сделать что мозгом осознать головой что-то, ну что-то я имею в виду, вот. Какие-то вещи, и это не очень хорошо для вас. Вот. Поэтому этот путь, я думаю, вам лучше по нему не следовать. Да? Потому что ничего хорошего в этом не будет. Дальше. А вот вы говорите следующее. Папа жестко относился безотлично жестко ко мне и маме. Да. Что это, вот то, как он относился, вас, условно говоря, пробуждало, да? Чего хочется, условно говоря. Вот это, как мне кажется, важно, что вам хочется, и обратите на это внимание, да, на то, что вам хочется, вот когда есть вот такая позиция. На сегодняшний день у меня есть модель поведения отца и модель поведения матери. Блок на доверие, любовь, привязанность к партнеру. Боюсь построения семьи, не хочу детей. Страх быть брошен. Я думаю, что вы здесь вот, просто ну, всего просто в кучу набрасываете. Ну, я так, по крайней мере, думаю, что вы всего в кучу набрасываете.
и рационализируется, потому что, ну, к примеру, мне, допустим, то, что вы говорите, и поверьте, не только мне, ни о чем не говорит, то, что вы, то, что вы пишете, вот вообще ни о чем не говорит. И нет, конечно, дело не в том, что, ну, допустим, что я глупый, или что вы какая-то не такая, не такая. Нет, все немножко проще. Я думаю, сложнее. За вашими словами ничего не стоит, ничего не стоит. Понимаете? Вот. Абсолютно ничего за вашими словами не стоит. То есть вы вроде бы пишете, да? Вроде бы какая-то вещь вы описываете. Но что это? Столько, вот вы говорите, блок на доверие. Что это значит? Что такое блок на доверие? Что такое доверие для вас? Понимаете, да? То есть вроде бы понятно, о чем речь. И в то же время нет. И вот в такие моменты, когда вы вот примерно в таком ключе действуете примерно так, вы рационализируете. И в этом ничего хорошего для вас нет. От слова совсем. Поэтому что такое блок на доверие? Что это такое? Что из себя это представляет? Давайте постараемся разобраться. Да? Ну, просто вот немножко своими словами. Дальше. Мама постоянно плакала, гиперпривязана ко мне и отцу. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, что, это значит, что моё хочу, то есть хочу там вашей мамы, допустим, привязано к хочу, например, вашего отца или вас. То есть, ну, своего хочу, как бы нет. Здесь. Ну, может быть и есть, но очень слабо выражено, я бы так сказал. Вот. Отсюда есть в некоторой степени отсюда есть проблематика личных границ, из чего вытекает такая вот несамостоятельность. Если мама ваша, например, не привыкла слушать свои желания, слушать свои чувства, да, ну, подменять, допустим, подменять их
чувствами другого человека. Вот. Ну, в данном случае ваша мама делала это по отношению к отцу, скорее всего. Вот. То неудивительно, что вы сами как бы так не умеете, вы не знаете, как это, боитесь, наверное, даже в какой-то степени боитесь этого всего. Вот. А можно ли этому научиться? Да, можно, конечно. Но это как бы процесс исследования себя, я бы так сказал. Процесс изучения себя, я бы так это назвал. Вот. Если вы понимаете, значит, что я имею в виду. То есть доверие вообще вот в таком, ну, в таком несколько идеализированном, но чистом виде. Это свобода. Свобода реакции. Свобода там своих реакций. Свобода реакций. Ну, другого человека. Вот. И как бы это риск. То есть сейчас вы хотите риска избежать. Думаю, знаю почему, потому что вы не знаете, что с ним делать, что с риском делать вообще. Но научиться с ним жить, с риском, и воспринимать риск, я бы сказал, адекватно, это является одной из задач. Одной из задач психотерапевта, одной из задач психотерапии, вот, и, собственно, ну, психолога в частности, психология вообще, если мы говорим о психотерапии, вот, то есть это нужно, мне кажется, вам, вот, ну, в этот момент, на этот момент сделать упор, что вы не привыкли быть в отношениях. То есть деструктивные отношения, вот именно деструктивные отношения, в которых вы были, например, это не совсем отношения, как таковые. Деструктивные отношения — это все-таки больше не отношения, это больше, ну, как бы, иллюзия, вот, понимаете, да, что я имею в виду, вот, поэтому не очень хорошо, не очень здорово думать, что вот эта иллюзия, это и есть отношения, вот, мне так, по крайней мере, кажется, вот. Поэтому доверию вам, нужно научиться. Это не такой процесс быстрый, особенно если вы никогда там, ну, особенно если вы никогда, грубо говоря, не были в таких отношениях, в отношениях такого рода, такого плана и так далее. Вот. И возможно, психолог мог бы вам в этом помочь. То есть, возможно, психолог мог бы научить вас этому, как раз вот стать для вас тем, с кем вы научитесь это делать, открываться, научитесь там, например. Вот, и так далее. Ну, то есть,
есть как бы разные здесь моменты и разные нюансы. Вот. Дальше. Значит, блоки на доверие, любовь, ну, опять же, что такое блок, да, гиперпривязанность к партнеру, а что такое гиперпривязанность, ну, то есть, вот, что вы понимаете под этим, под гиперпривязанностью к партнеру. То есть это же все слова, просто слова, и все. Вот. Это же не, как сказать, это не то, что вас беспокоит. Это просто слова. И, на мой взгляд, вам нужно вот как-то вот переходить от условных слов, да, к, ну, более такому полному, более аутентичному для вас, что ли, выражению своих чувств, своих эмоций. Ну, вот, потому что, ну, в противном случае просто все так и останется на уровне слов. Вот. То есть вы где-то это услышали, вы где-то услышали вот это, что ну, есть такое вот понятие, да, как блоки, вот блоки там на что-то. Тем не менее, это так не совсем работает. Дальше. А боюсь построения семьи. Ну, я думаю, знаете, я думаю, что вы не столько боитесь, если честно, я думаю, сколько вы хотите семью. Но чувство, что семья не для вас. Вот мне кажется так. То есть есть ощущение, что семья не для вас. Вот. Ну, я не буду утверждать, здесь наверняка не буду говорить, не буду утверждать на 100%, вот. Но есть такое ощущение, что семью-то хочется. Семью-то хочется, но она не для меня. И семью-то хочется, но чтобы она была, вот, ну, чтобы семья была, нужно на такие жертвы идти. Вот, на которые я там, условно говоря, ну, вот сейчас идти не готов, ну, к примеру. Вот, и я там, не знаю, думаю, что не буду готов никогда. Там, семья для меня это вот обязанность, как это долг, это вот. Ну, это сплошной негатив. Вот, я бы так это, наверное, сказал бы. То есть это очень негативная история для вас, вероятно. Но только вопрос здесь в том заключается, как мне кажется, да? А в чем негативность, во-первых? То есть, что вы для себя видите негативным, это первое. И второе, это, вот вы говорите, что там, условно говоря, ну, вам хочется семью, да, а вот,
Что взамен вам хочется? То есть это ощущение решённости, да? Например, я не знаю. Просто говорю, как, ну, сейчас вот просто такой, как вариант. Вот. Чего хочется? Это вот, например, незащищенность, которую вы ощущаете, она из чего проистекает? Это незащищенность, ну, да, ну вообще вот в принципе. Важный ли это момент? Да, конечно. Это очень важный момент. Для вас это очень важный момент. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Если вы будете лучше себя понимать, то ситуация может улучшиться, ситуация может стать гораздо понятнее для вас, гораздо легче для вас, вот. Ну? Примерно так. Дальше. Так, значит, страх вступать в отношения, выходить и манипуляции. Почему боится манипуляции? Смотрите. Это, ну, как мне, как кажется, это очень такой интересный момент. Почему человек боится манипуляции? Ну вот вы например, да, почему боитесь манипуляции, к примеру? Потому что, вероятно, у вас есть сомнения в том, что вы сможете понять, чего вы хотите. То есть, ну вот, нет, вероятно, у вас такого вот понимания, чего я хочу, что мне нужно, чем я нуждаюсь, да? И получается тогда в таком случае получается так, что другой человек, другой, а не я, ну, всегда лучше знает, что мне делать, как мне делать, в каком там, направлении мне двигаться, ну и так далее. Понимаете, я надеюсь. Что я имею в виду? То есть это неуверенность в своих желаниях, в том, что вы хотите. Не уверен. Если я не уверен, то я не знаю, чего я хочу, и, соответственно, кто-то другой всегда может узнать это. Кто-то другой всегда может понять, вот, чего я хочу, сказать мне об этом, да, и так далее, по сути, проблем вот в этом, здесь. Соответственно, лучший способ защититься от подобного. Это быть честным с собой. Честность. Вот, лучший способ защиты.
но честно, я быть не привыкла. Вот. Потому что, извините, ну, вот у вас в семье, да, но честность не была там тем, что стало на первое место. И люди, ну, скорее всего, были незнакомы с, в принципе, вообще таким понятием, как честность. Вот. Неправда, честность — это немножко разные вещи. Вот. Поэтому, как бы научиться быть честным вам, с собой. Вот. Научение быть честным с собой — это первое, если не самое важное, в контексте защиты от возможных интервенций в свой адрес. Вот. Так сказать, и все. И это одна из самых надежных защит от манипуляций, от риска и от предательства. Этому нужно учиться. Дальше. Так, эмоциональные качели, хорошо скучно, нехорошо плохо, нужно срочно уходить в шоу, хочу вернуться. А эмоциональные качели — это, опять же, про незнание себя. Эмоциональные качели, они правят больше. Вот. Другой вопрос, как это все получается? То есть, условно говоря, здесь может быть тревожность, здесь может быть, некоторые желания ваши, ну, скрипы, которые вы подавляете. Вот. Могут быть еще различные варианты. Ну, так или иначе. Мне кажется, что вам нужно это разбирать, да, то есть, как бы вот вы пытаетесь понять это, как с этим работать, да? Ну, еще не совсем ясно, какой вы человек, еще не совсем понятно, какая вы личность. Чтобы говорить о том, как вам работать с этим. Я не хотел бы спешить в этом смысле, потому что, ну, довольно легко навредить вам. Ну, вообще, не только вам, да, вообще легко навредить. Вот. Я бы этого не хотел. Я бы не хотел вам навредить. Поэтому, на мой взгляд, так важно не уходить в интеллект. Вот. И, ну, по крайней мере, стараться.
это делать. А вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, Мария. Удачи и надеюсь на обратную связь.